Блин! Да. О, блин! Чё-то... О, блин, хомуха, ё-моё! Да. О, блин! Вряд ли. Да ты не очкуй, Славик! Грегори? Грегори? Ты меня слышишь? Я получила твое сообщение. Мы тоже получили сообщение. Ну, Грегори, ты меня слышишь? Да, спасибо. Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ну что, ребят, вы в комментариях очень просили, чтобы мы посмотрели игрушку, а точнее бесплатное дополнение, да. Five Nights at Freddy's. Никак не пойму, в это заброшенное место, когда его самого тут нет. Зачем позвал, наверное? Какой-то шум. Что это? Может, если забраться туда, будет что-то видно? Слушайте, хочу сказать, если честно, вот так по первым впечатлениям, гораздо лучше стала оптимизация, выглядит как-то как будто посимпатичнее. Мы, к сожалению, полностью не прошли предыдущую кампанию. Да, основную. Из-за глюка. Да, просто потому что у нас так все там заруинилось. Нам уже все. Слишком большая дезмораль была, чтобы все это перепроходить, уж сорян. Поэтому, если что, в комментариях можете пояснить, что случилось с торговым центром, почему он весь теперь... Какой-то... В развальном состоянии, да, как да, будто да, он да. сгорел, взорвался, развалился. В общем, ждем ваши. Да, но, к счастью для нас всех, можно поиграть в отрыве от основной части. Ну да, не надо полностью проходить ту часть. Да, ну, ребята, вы не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, да. Потому что у нас много всяких классных игрушек, кооперативных и не очень. Да, ну, на и... Бусти вышел влог, поэтому спонсоры можете посмотреть, также идет розыгрыш. Спасибо всем, ребят, за поддержку, в особенности тот самый Сан. Да. Так, ладно, слушайте, я помню так, как ты это в то время реально ругался на оптимизацию. Блин, как пока страшно. Все хорошо, да. Единственное, текст быстрый. Капец, конечно. Ё-моё, выглядит как-то все чересчур жутко. Ага. Нет, уж включите, пожалуйста. О, это-то солнышко. Да? Да. Подсолнух. Я помню, конечно, сколько с ним было. Единственное, имена подзабыла, конечно, как кого звали, но ничего страшного. Я помню, был Монти. А, это крокодил. Да. Чика, по-моему. Чика, да. Ну и, соответственно, нам помогала Фредди. Фредди. О, блин! Ау! Ну так-то нас бы убило, ну ладно. Не, звуки здесь, конечно... Этого называете скримером? Не, не надо на меня больше. Я и так это, как сказать, ну, не любитель всего этого. Ну, атмосферка, нормально. Понимаешь? Я помню, что в прошлой части там, конечно... О, блин! Вот эти роботы, такого, кстати, такого дерьма полно было. Я, если честно, их ненавижу, потому что, как он мне карту предложил, я до сих пор помню, что ничего не было, там его не стояло. А, да. А, она сама открывается. Все, ой, блин, не, куда слушайте, я зря сюда приперся. Ну ладно, ребят, вы же были, ну, комментариев. Так, а вот этот звук писали. Мне не нравится. Грегори, сюда. Грегори, может, это первый персонаж, то есть, ну, из той компании. Тут кто... есть кто-нибудь? Помогите, слышите меня? О. О. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я в ловушке. Грегори? Я получила твое сообщение. Это где? Фонарик. Помоги мне. Меня что-то схватило. Оно не отпускает меня. Найди меня. Я нахожусь в... провале над гоночным треком. Под гонками Рокси? Это же в другой стороне здания. Туда еще идти. Стираться. Слушайте, ну, блин, а мне вот прям как будто эта часть больше нравится. Честно, ну, как бы сказать. Компания! Упс. И лифты падают. Слушайте, все пытается нас здесь убить. Call of Duty здесь. И как это, Outlast какой-то, все прям вместе. И, а, вот сейчас чуть-чуть подгрузочка. Нормально, нормально. Пошла, причем я хочу нормально. Сказать, ну, на графике нормальной. То есть ага, не шакальная. В прошлый раз пришлось шакалить прям жестко. Да, видимо, меня это радует. Разрабы дотянули. Ой, ну, только похвалил. Ну, ладно. Ничего страшного, все в порядке. Думаете, я сюда полезу, что ли? Вентиляции, Миша. Да мне лучше кажется, я сдохну нет... прямо здесь от голода. Они такие, окей. Я ненавижу их. Я их ненавижу. Еще с Half-Life 1 это... Фир. Ну, фир я, кстати... Боль. Фир я лестницы боялся. Там, когда по лестнице забираешься... Не, я вентиляции. Там просто лезешь по лестнице, и вдруг это тетя вылазит. Да, ну там тоже было такое.
Там же их много было частей, и, по-моему, тоже какие-то дополнения или что-то. А, блин, муха, ё-моё. Я не ожидал этого. Я ожидал, что спереди что-нибудь. Странно. Господи, Resident Evil уже. Пусняшечка, я в порядке. В порядке. Я, собственно, тоже странно, пока меня вообще ничего, конечно, не пугает из этого. Удивительно. Может быть, потому что... Тогда тебе отдадим играть. Если я управляю. Ребята проголосуют за прохождение, так как персонаж у нас женского рода, будешь ты проходить. Не, я говорю, ну, может быть, потому что не я управляю. Не, ну, а чё? Поэтому как-то не так сильно пугаюсь. Зубочки. Пока не ясно. Я жду. Слушай, пицца, Юль, слушай. Ой. Шакальная пицца. Rest in peace. Peace. Пицца. Эх-эх-эх, столько продуктов переведено. Зазря. Блин, ну это ладно. Это вот кто? Чика, по-моему. Чика? Да. Чика? Что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь. Почему на ней какие-то органические... Да, повидала она некоторое дерьмо. Чика... Чика-чак. Блин, я реально что, в Resident Evil зашел? Мушки, красиво. Так, ладно, дверь я привык. Но, конечно, стоит отметить, что явно разрабы как-то слишком много скримеров накидали. Мы вот сколько играем, но я не знаю, минуты три, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А уже таких моментов было прилично. Ну, звук атмосфера какой-то, классная. Не, мухи, комары, говно под ногами. Все как положено. А где? Куда? Вот сюда. Пролезть надо, видимо. Ты готов? Ладно. Так а что у меня остается? Дрейфить только. What's this thing? Что это за штука? Кажется, она должна приводить в движение дверь. Фонарик так еще... Ну, это... Ключ нужен какой-то. Что нам нужно? Что мы должны сделать? Мы должны что-то найти, судя по всему. Здесь видишь дырочки? А, смотри, Миш, мне кажется, как будто провода не хватает. Или нет? Да нет, надо что-то найти здесь. А, вот здесь, может быть, будет вот. Пульт. Сейчас. Окей, let's go. Fast wrench. Fast ключ. It's прямо как у моего папы. Ага, ну вот что это за штекер, значит. Это... Ну, в принципе, ключ, но как бы не то, что я думал. Так, зарядите все проводники до необходимого уровня. Так, а как делать так? А, прикольно, слушай. А, понятно. Стой. То есть надо сначала вот этот зарядить. А, вот как он, все, я понял. Сейчас. Подальше, как бы. Да, прям да, да, самый да, конец. Да, да, да. Надеюсь, и не перегорит, сейчас. Да. Ой, не в ту сторону. Надо еще привыкнуть. Быстрее надо было. Не успеешь, наверное. Ну, хотя, может, успеешь. Ел, нормально все, не надо. Это что, интересно, это батарейка или это не нужно? Бутылки какие-то? Везде куча. Музыка как будто. Или, может быть, это мои галлюцинации? Выглядит все очень недружелюбно. Ой, ну вот этот момент, вот эта локация. Стрёмная, реально стрёмная. Я вспомнила, раньше была эта игрушка, где испугал. Лестница, так она или как там, да-да-да-да-да. Я ее ненавижу. Ой. Вот эта дыра меня смущает. Точнее, нет, меня здесь смущает абсолютно все. Ой-о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 й. Слушайте, здесь прям целый этой, начиная с первой... А телек какой-то включился. Да. Даже не понял, где. Вот эти вот манекены, конечно. Но они дохлые. В любой момент сейчас могут напасть на нас. Ну, конечно. Вот тень человека мне. Нам вниз, что ли, надо? Ну, нет, здесь... Не пролезем. Да, ну, нет. Понятно. Нам вот сюда. Мы-то не пролезем, а может быть... Блин! А вот, кстати, Монти. Жесть. Не, тут, конечно, знаете, если так дальше будет, нафиг мне оно надо. Жился страшно? Спокойно. Ну, как сказать. Я иду в ощущение того, что сейчас меня опять напугают. Руина, натуре. Но, как сказать. Первая была в открытом мире, и там много нужно было бегать туда-сюда. Здесь я пока вижу линейную, как бы, вот эту составляющую. Мне это больше радует. Ну да, я люблю, как-то а тоже... Люблю, а ты путаешься не... вечно.
Моя голова. Куда делась эта жуткая монтиподобная тварь? Нужно выбраться отсюда, прежде чем она вернется. Учитывая, что у нас кот есть монтиподобная тварь. Ой-ой-ой. Наш Монти, он милый котик. Вот и Монти. Да. Блин, ну вот в таких, конечно, лазить жопах мне вообще... Хочешь, я полажу? Сейчас. Если сейчас что-то еще случится, то, возможно, ты будешь следующим. А то, может быть, я сама испугаюсь, кто знает. Но обычно заканчивается тем, что я пугаюсь... От того, как я пугаюсь, да? Ну да, наверное. А то смотри! Я к тебе привыкну, на самом деле. Да я понял! Не, мне кажется, я уже привык. Странно, это не маска Бонни. Гляди, тут провода и все такое. Дох. Маска охраны. Да, я помню, кстати, вот этого персонажа. Круто! Так, вас приветствует Ванни, виртуальный ассистент с новаторскими нейросетевыми интерфейсами. Обнаружен новый пользователь, выполняется сопряжение затылочного транспондера какого-то. Сохраняйте спокойствие, больно не будет. Да, сейчас матрица начнется. Я могу снять любой мир. Так, привет, реальный мир. Почему ты все еще здесь? К счастью, имплант, транспондер или транспондер, я не знаю как, позволяет мне передавать данные по беспроводной сети, даже когда ты не носишь маску. Еще одно потрясающее преимущество, доступное техническим специалистам класса V. Конечно же, тебе придется снова надевать маску, чтобы заниматься настоящей работой. А что, как все с глюками? Или что это такое? Да, смотри, с артефактами какими-то. А, смотри. Как, я думал, не настоящий. Надеюсь? Странно, почему в маске? Какая разница, если его нет? Условности. Окей. А у нас есть этот пицца ключ, или мы есть, или ее нет? А, так. Снова. Ну вот, видишь. Такс. Сначала зарядите. Вот этот. Только на... А их нужно подзаряжать? А, что такое? Ну ладно. Сейчас разберемся. Да то же самое, я уверен. Да упора надо... только делаем. Все, погнали. Догонит, не догонит. Догонит. Успеем, да. Это даже легко, как ты, не знаю. Ну это поначалу. Слишком. Too easy, как говорится. Здравствуйте. Прикольно. Вот это классно, вот. Они, конечно, придумали с такой дополненной реальностью. Могу поклясться, та дверь была заблокирована. Да, так и есть. Вот, так. Короче, если видим какую-то аномалию, значит... можно пройти. Мне этого напомнило Ghostwire. А, ну да, точно. Слушай, а вот куда идти дальше-то, в принципе? Ого, тупо виртуальная комната. Так, только а что с ней делать? Может, надо снять маску на всякий случай? Ну, фига себе! Тут, по сути дела, тупик. А это еще что такое? Так, это станция камеры наблюдения для технических специалистов. К счастью, она установлена с начиная активным источником питания. Угу. Ну, то есть, понятно, в некоторых местах реально необходимо. Ну, короче, да, нужно будет в разные миры перемещаться. Круто. Мне нравится. Вот это мне нравится. Вот, то есть сразу же видно, что мы не могли пройти, теперь можем. Ой, это какие-то звуки неприятные. Блин, звучит как-то стрёмно. Так, снимаем. А значит, такой этот... время тратит, пока тут нацедишь. Блин, мне не нравятся эти узкие вообще. Ну вот это да, конечно. Куча игрушек, куча всякого хлама. Ванни там написано какой-то. А это что за крыса? Так это вот, наверное, половина этого Монти, нет? Да. И нам туда, похоже, конечно. Похоже на какую-то белку просто. Но она, не видишь, она наполовину обрезанная была. А вот здесь, скорее всего, надо будет использовать... Не бросай поиски, мне нужна твоя помощь. Грегори, я тебя слышу.
Если ты слышишь меня, отключи все средства безопасности. Отключи их все. Да это как-то звучит подозрительно. Какая безопасность? О чем ты говоришь? Это бред какой-то. Узлы безопасности. Найди и отключи их все. До тех пор я не смогу выбраться. Грегори? Узлы безопасности? Что это вообще такое? Действительно. Чтобы они вообще сорвались. Инструкцию в студию, please. Так, и вот с помощью этого можно найти след. Слушай, это хорошее решение того, что вот не знаешь, куда идти, а тебе в этой маске видно. Показывают, да. А мы здесь были, да? Или... Да я, если честно, вот... Нет. Ну, не знаю. Как оно как симпатично. Я вот не так мини страшно, я так хожу. Ну, давай вот так. Чуть даже разбегался. Вот, наверное. Ой, чуть-чуть. Эта штука нам нужна. А как его? Сначала отключите дочерний узел. Может, сними маску? Дочерние узлы, отключи их. Следуй за кабелями передачи данных. По какой-то причине они реагируют на твой фонарик. Отключить, что ли, фонарик? Стой, давайте снимем. Ну и что, здесь нифига фонарик нету. Фонарик так... нет. Давай обратно. Маска. Так, как... Сначала дочерний, то есть где-то еще есть... Дальше, или это вот он куда ведет? Отключите. Вот это что ли? Что вот это там такое? Достать, убрать маску. Странно, что он советует нам достать. Стой, убрать. А вот тут нет прохода вот налево. Вот здесь. Да, вот это, наверное, да. Или что это такое? Маска. Маска. Трагедия. Трагедия. Интересно, что это такое? У нас еще маска охраны будет и маска трагедии. Или это просто коллекционный? Нет, это просто... Плач. Не знаю, что она дает. Хорошо. Сейчас будем думать, как это... Вон питание... А, во! Додумались быстро. То есть вон был провод снизу. Угу. Блин, ё-моё. Ну ладно. Ну просто не заметили. Сначала обратили внимание. Так, отключили, на... так? Вон видно, что так, еще а было. Если к этой штуке подойти, ничего? Во, все. Так, соедини совпадающие голограммы. Следи за тем, чтобы линии не пересекались. А, вот это классно. Так, а как подключить? А, вон мышка. Здесь легко. Вот это вот здесь ведешь. А вот это вот здесь. Так, ну это пока надо. Ну пока легко, да. О, я всегда говорю, вот это здесь, вот это здесь. Слушай, ребята, а здесь, смотри, фантазируют, что я говорю. Я даже не знаю, как лучше бегать, но так светлее, а так лучше видно. Все равно, конечно. Ну, видно действительно лучше, а то слишком темно, даже с фонариком, если так, честно. Так, вот здесь у нас... Так, вот как раз след этот... Нет, ничего. Нет. Труба, ну, какая-то. Давай тут пролезем, что ли. Блин! Интересно, а скримеры в таком, ну... визуально. Вот хороший виде. Вопрос. Они какие будут? Знаешь, что-то не хочется узнавать. Блин, такие еще завороты. Чтобы как можно меньше было видно. Ой, боже. Так, а я же шифта могу, по сути дела. Так, вот, как так, раз эта штука. Бога, обнаружена аномальная сущность. Попроси эту сущность срочно покинуть область. Если это не сработает, выйди из R-режима и обратись на нашу круглосуточную линию поддержки. Что за личность? Видишь, из R-режима есть. Так, вот следим за вот этим, Миш, проводом. Я понял, я сейчас... Точнее, ну да. Что за личность? Их две этих штуки. Ну как-то... Не знаю даже. Видишь, если что, надо, я так поняла, снимать маску, так? И вот еще один надо отключить. Вот он сюда идет. Вот. Завален. О, блин! Это что за фигня? Кейси, не подходи к этой... Короче, не знаю, что там было. Не подходи просто. И все. Так а как мне эту... Стой, одну сейчас. Половину, получается, мы... Сейчас. Как мне вот увидеть-то кого-то? Ладно, где эти провода? Хрен с ним. Так надо, ты должен надеть маску. Да, без...
Во! Вот она! Вон, смотри, кто-то ползет. Еще... Он не снимает технические... Техническим специалистам рекомендуется завершить текущие задачи, немедленно покинуть. Так он... Тогда и снять-то... Давай обходим, обходим, вот здесь, обходим. Не дает снять. Оно у меня приклеилось. Ой, блин, а этот-то настоящий? Да иди ты в жопу. Я устал, что ли, бегать? Но не могу. Так, ну нам надо все еще отключить. Может быть, где-то можно обойти. Сейчас. Мы потихоньку будем. Провод дальше идет. Так провод сюда идет. Ну. Вот, вот она. Да-да-да, то есть всего лишь только надо вот эту бочку. О режиме в этом. Надеюсь, успеем. Все отлично. Ой, я глюк испугался. Так. Странно, что он прошел и ушел. Ну, обследовал, так, никого теперь... не нашел и свалил. Надеюсь... Так, вот это вы... Миш, тебе надо так сделать, чтобы не касались... Другое дело. Ага, не вопрос. Угу, проход открылся. Еще одна. Так, ну круто. Так, вот эти... Маленькие такие игрушки. Три штуки. Клюшка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чё за хрень? Вон бочку, давай бочку сначала тогда. Ну, еще, как назло, долго отключается. И вот последняя клюшка. Ага. Буду потом в реале. Да ты не очкуй, Славик. Ага. Ага. Сними, может, ага. Это, сними маску, маску сними. Да как я? Нельзя? Не могу. Он мне не дает. А-а-а. Надеюсь, ты застрял. Тут уйди отсюда. Собака. Чепу. Еще и этот... Ну, конечно. Оп-о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 п. Орёт сейчас. Нормально. Вон он. Он, Миша, он за нами идет. Так я знаю. Нет, я жду, пока он меня убьет. Так, это вот эта чушка здесь стоит, думаешь? Да? Или нет? А, нет. Всё, успеем. Ну. Такс. Ну, легко, а это тут. Тут пока не такие нормальные, к счастью. Не слишком символичные. Сложные. Так, а вот что только теперь нам нужно делать? Здесь-то явно... Ой, прям уж всё подлагнуло, так сказать. Может, открылась какая-то дверь. Блин! Вон, иди в жопу, стоит. Козёл. Когда ведь снимаешь, он не опасен, да? Да, ну, по-моему, да. Дверь открылась. Открыта. Ну, спасибо, конечно. Какая дверь? Какая дверь, реально? Были какие-то двери? Тут еще. Ну, явно ладно. Не здесь. Может, назад надо просто? Может быть. Стой, а вот здесь ничего нет. Тут ник. У нас карта-то есть, кстати? А, стой, какая? А. О, блин! Вот он меня что-то сейчас напугал. Вот и, кстати, первый проход. Раз. Я разобрался, сигнал вел Монти. Понятно. Если увидишь ее снова, держи дистанцию. Оки-доки. Дверь в гаттер хряп. Да, господи. Короче, все, я отчаялась. Короче, в комнату охраны, что ли, нужно? Да. Так, ну, без понятия, где эта комната так, охраны, вот это скорее чё? Всего... здесь, Миш? А, это мы уже, наверное, разобрали. Да, но я как бы... Вот здесь вот надо пройти. Вон там целый огромный Монти. Здесь не видно так его. О. Так, ну вот здесь нам надо протиснуться. Да, вон тут, видишь, провод идет, но я, правда, не знаю, куда. Вон, ой, смотри, да, какой. Да, я вижу. Класс.
Очень красиво в этом смысле. Так, несет ответственность за возможные травмы. Или остаточное воздействие антивирусных программ. Опа. Вот 100 пудов, наверное. Если я к нему подойду, он меня за жопу схватит. О, кстати, это, по-моему, сохранение, да? Да. Оно не работает. Ну, вроде бы да. Ладно, не будем его триггерить лишний раз. Уи. Что-то как-то все мигает. Так, еще бы. Пердит, свистит. Блин, для кого тут все это установили? Так, блин. Сейчас бац сверху. Смотри, кто-нибудь. Когти. Да, я вижу. Интересно, что тут, получается, направо есть. Что-то идет от... Что-то ломает или просто буянит. Не знаю, будем проверять. А ну ловится. Ладно. Окей, не будем задерживаться. Пока стояли, думали. Прикинь бы, выбрался. Надеюсь, за жопу не схватит. Надеюсь, но мы будем действовать быстро. Быстрее. Все, дверь открылась. Все, давайте на этом и остановимся, ребят. Тут, видимо, сохранение заработало. Если хотите, еще поиграем. Но, на самом деле, мне понравилось больше, чем первое. Нет такого мутатения. Ну, чем основная, да. Ну, я уж так буду говорить. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.